Отрывок для подготовки к уроку из книги Таилим, Псалмы, Псалом 84. Руководителю музыкантов, Нагитит, песен сынов Кораха. «Как милы мне обители Твои, о Творец воинств! Очарована и изнемогает душа моя по дворам Творца. Сердце мое и плоть моя петь будут всесильному Творцу живому. Ведь и птица находит дом, ласточка — гнездо себе, куда положить птенцов у жертвенников Твоих, Творец воинств, Царь мой, Всесильный мой. Слава обитающим в доме Твоем, они непрерывно будут восхвалять Тебя. Слава человеку, оплот которого в Тебе, который над путями своими в сердце своем размышляет. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники благословения и окружают путеводителя. Они идут от успеха к успеху и поют славу Творцу Сиона. Творец, Бог воинств, слушай молитву мою, внимай, Бог Якова, Села. Щит наш, смотри, Боже, и взгляни на лицо помазанника Твоего. Ибо день во дворах Твоих лучше тысячи. Предпочитаю я стоять у порога дома Бога моего, чем жить в шатрах беззакония. Ибо солнце и щит — Господь Бог. Милость и славу дает Господь, не лишает блага ходящих в непорочности. Господь воинств, Господь Цваот, счастлив человек, полагающийся на Тебя. Есть разные виды псалмов. Этот относится к псалму благодарности за все, что произошло, и царь Давид благодаря к этому пришел к источнику всего этого пройденного пути, и тогда он нашел ответы на все вопросы, на отсутствие связи между вещами, на все непонимание, и тогда в нем прорывается благодарность Творцу. Ну, перейдем, может быть, к уроку. Мне здесь нечего сказать. Псалмы — это вообще невозможно объяснить, почти невозможно там объяснить ничего. Все это сосуд, клей, который подобен свету. И все понятия уже исчезают. Все там растворяется в совершенстве. Ты хочешь что-то спросить, Бенце? Да? Я должен угадать, что ты хочешь спросить. Почему вы сказали, что это кли в совершенстве, если мы слышим, что это просьбы, проблемы, плач? Нет, это приходит благодаря слиянию. Ты прав, что иногда это слышится какие-то порцут... как сильное
сожаление, как какое-то непонимание, боль, отсутствие совершенства, потому что Давид убегает от Авшалома, у него есть проблема с Урией. Вообще дали ему сложную жизнь, потому что он ведь Малхут, царство, царь Израиля, но он 40 лет воевал. Но все, что он написал, несмотря что он раскрыл в этом очень глубокое страдание, мы вообще не понимаем, о чем там говорится. Все же это написано из состояния слияния. Потому что нет здесь ничего, чтобы он не написал из постижения совершенства и то, что он прошел раньше, для того, чтобы раскрыть это совершенство. Это пробуждает кли. Потому что не может быть одного без другого. Правое без левое — это не правое, и левое без правое — это не левое. И поэтому только в средней линии они могут восполнить друг друга. И если ты поделишь псалмы на разные их виды, это недостаток, изъян у них. Потому что хотя они и выглядят совершенно отличающимися, есть в них те, которые больше, те, которые меньше, есть написанные в виде просьбы, благодарности, но это не так. Это буквально в каждом из псалмов у тебя совершенство, в каждой строфе, когда это написано, это уже пишется из состояния совершенства. А для постижения этого нужно было, конечно же, действия несовершенные, как и у всех нас. Ну, продолжим.